Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаус. Поверните голову на 180 градусов, вы сможете увидеть, как я играю. Ладно, возвращаемся к нормальному вижену. Так, чё, мне пришли капитаны сначала и тролли, но я... А как вы думаете, капитанами и троллями отбивается или нет? Не знаю. Тут на твое усмотрение. Мне кажется, нет, так что надо сделать change. Вадим, у меня легендарная крутка, у меня второй прист, четвертый прист и шестой прист. У меня три вида пристов. Сигдач, посмотри, пожалуйста, на мое поле и скажи... Смотрю. И осуди меня. Т6 точно отбивает. Вот этот дядька нормально, да? Я бы лучше двух построил бы их и все. А капитаны вот. Как же, прочее. Да, вначале ауры не так уж и нужны. Пистолка, у тебя лучница еще есть. Лучше бы сплэш бы сначала устроить. А ты апнуть? Нифига ты, конечно, интересный выбрал вариант. Ладно. Так, найс, я построил двух и капитана. И у меня ровно 0 голды. И потом сделал одного улучшенного капитана. Я, конечно, его не так хорошо построил, ну ладно. Все, два ребятенка должны все отбивать в ближайшее время, как по мне. До четвертой. Ну да, на четвертой будут проблемы, на четвертой их надо апать. А что у нас барака нету? Он на сейчас волну, появится через минуту, вот он появился. Ого. Видишь, имба какая, да? Да ты... Вадим, смотри и плачь. Ого, а откуда скелетов столько? Ну, они стоят пятнашку. А, я думал, фантомы уже скелетов вызывают. Хотел смотреть и плакать. Просто пипец, конечно. Семья Шатоушторма — это... Топ-1 ценители личного пространства на свете, вообще, мне кажется. Мы тут... Я пробунтовать буду. Мы тут такое не уважаем, да? Да ужас. Сколько не просишь лет, не понимаю, что такое. Да переезжай от них. Сидишь? Все хорошо. Сидимы. Переезжай к кексу. Обстоятельства не позволяют. Ну да, ему уже... Лучше бы как я построился бы. Да. А я просто смотрел на фантомов, которые вызывают скелетов. Этот главное здание выделяешь, у него черный портрет прозрачный. О, отбился, песок чудом просто не. Выделите отбился, главное здание и наведите экран на крабов проходящих. У вас полоски ХП через портрет проходят. Видели? Да, да, видно. О, найс, бабки. Найс, я богат. Ну сейчас вообще не до посыла, то есть сейчас надо инкомить адски. Надеюсь, сейчас кто-нибудь еще протечет. Будьте другами. Протеките, пожалуйста. У меня как обычно, короче, я сначала сделал я сначала сделал грейд, а потом только заказал виспа. Вот это прям мега фишка. Еще вертолет построю. Ой, не знаю. Ну да, ауры в начале. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, ты не можешь так жестко инкомить, потому что ауры очень слабые, просто как юниты. Так что не знаю. О, Сигдач уже под розочку строит, причем огров. Интересно. У гладиатора медведь какой-то. Я тоже решил под розочку. Уже одна розочка готова. Я сейчас пытался этот, у меня кокос стоит купленный, я пытался сейчас его разрубить ножом в процессе. Я такие три мощные засечки сделал, но что-то ни черта не получилось. А вьетнамцы просто берут кокосы прямо на весу. Кажется, что очень не сильно бьют, и все это, все работает. У них секретные технологии, Вадим. Жалко, сейчас здесь нет шикитарика. Это будет очень сложно объяснить, но я ему потом скину. Он очень сильно будет ржать. Какое слово смешное. Кокос вьетнамцы разрубить нож. Да нет, там этот. Короче, ты... Зачем разрубать вьетнамцев? Можно не надо? Это уже делала одна страна, да? Да писец. Ты в скайп как-то написал что-то про ЧП, Женя спрашивает, типа, что там за ЧП у Вадима случилось. Я у тебя не спрашивал, но я как бы предположил, что, типа, скорее всего, фигня какая-то, потому что ты на следующий день уже... просил записать видос. Ну, смысле, мы, говорил, ну да, фигня, мы этот... Мог Вадим разрубить. В 10 да, вечера... я предположил, Женя, что
ты пытался разрубить кокос и разбил его на весь дом и забрызгал им стены. Нет, я просто этот... Мы просто поехали в 10 вечера в больницу, а так-то да, все нормально. Как ты вообще смог придумать это? А всегда чучу, реально два чувачка отобьют, думаешь, эту волну? Всегда. А? Да, что? Два чувачка отобьют волну? Четвертую? Да. Нет. Ну, сейчас отобьют. Ну, если их хапнуть, то отобьют. Третью? Ну, вообще дракону нужно было апнуть одного. Ну, Блин, отстой. Не, я построил, блин, бравлеров, потому что бравлеры очень сильные. Бравлеры же безумно сильные, я помню, что с прошлого раза. Я на все оставшиеся от грейдов деньги построил. А что тут мало очень всегда чайник ума. Ты же изи отбиваешься. Нет, тут нельзя двигаться. Я боюсь за четвертую. А, точно, четвертая сильная. Ну, надо этих просто сделать, бравлеров, мне кажется, апнутых. Ну, правда, вот эти вот Guardians of Death, я вот через Guardians of Death уже давно не люблю играть. Вот, не знаю, возможно, зря я все-таки их построил. То есть они слабы против боссов, слабы против ренжей, слабы против птичек, если не апнешь. То есть они против некоторых волн такие, как бы, если ты не апнешь, то все, конец. Как бы... Насчет кокоса, кстати, олдфаги, может, помнят, я когда-то стримил в ВК, по-моему, в Новый год с 2017 на 2018, как мы целой толпой пытались кокос открыть без средств каких-то, но в итоге раздолбали его об асфальт, но после этого пить молоко было, конечно, так. Я только стрим из бочки помню. Стрим из бочки? Я тоже. Я помню. Какой-то чел написал, типа, что со мной не так, я сижу, смотрю, как он в бочке сидит. Ну, это его надо спрашивать. Не знаю, мне кажется, нормальная тема. Дайте угадай, вас кто-то переинконил, да? Да не. Я. У меня 8-3 делается. Ни одна тележка против 6 скорпионов. У меня 7-3 проигрывает. Я прекрасно отбиваюсь. 7-3 делается. 7-3. Ну, я вон еще фармлю теперь за всей командой. Ты фармишь еще? Ну вон, да, у себя на. А, у тебя вот эти вот бластеры имбовые, ну да. Да. Они адовые. Что у них имбового? Ну они как раньше, только они еще регенятся. Может, короля покачаем, ребят? Что-то у нас 67 мобов. Да нормально, нормально. Они раньше были сильными, а теперь еще их как бы поверх еще усилили. Не знаю, я считаю справедливо. Не, ну у меня тоже две заготовки есть, но как бы мне сейчас надо... Вот фишка вот этих драконов, реально, ты если ты построил, ты обязан их грейдить, все. Как бы. Это как с варденкой то же самое, тоже не улучшенная варденка, но типа никакая. Короче, мне кажется, эти бравлеры, они тоже никакие не улучшенные. Ну что, кто первый хиляет? Или качать реген? Че, кекс первый вас хиляет, че вы там? Кекс, ты готов? Еще одну атаку. Давайте я первую хильну. А, ну, не, кекс же говорит, ты в фокусе. Шадоу, ты на фокусе. Приходится дальше инкомить, блин. Я хотел перед сложной волной не инкомить, вы решили протечь, как нубасы. Пришлось инкомить. Я пропустил всего 6 скорпионов, знаешь, Вадим. Следующая волна тяжелая? Да, кабаны. Следующая, и у кого нет замедла, то пятая тоже сложная. Я даже не знаю, может сейчас все-таки бравлеров сделать. Может бравлеров сейчас сделать, не знаю даже. Ну можно, кстати... Мид-вагоны что-то делают вообще или как? Нет. Офигеть, долго игра идет, но я 8-4 сделал в итоге. Не выдержал. Я 10-3. Ну вот это как люди бывает двух типов, да? 8-4. У меня из-за того, что я писал реплей вадимовский, багнулся интерфейс. Ну, я отключал интерфейс. И я не вижу таблички с грейдами. Может, к лучшему. Я даже не знаю, какие у меня грейды сейчас. Одной голды не хватает на виспа, за что?
яичко, что ли, построить. Я бравлера двух сделал, короче. Блин, ну что построить-то? От этого, что ли, влеплю? Не знаю, пса-вызывателя построил. Может, зря. Просто надо было уже двух виспов доделывать, видимо. Ну, значит, будет очень большая протечка. У нас? Да. Я вот не построил, я не улучшил драконов. Я не улучшил драконов, это, конечно, мой косяк. Но я сейчас двух виспов, наверное, все-таки дострою. Все-таки 8-4, 10-4, большая разница. Ну, возможно, я отобьюсь, я даже не знаю. Минус, конечно, дракона против кабанов, что он начинает такой, типа, а убью я кабана вот этого, потом, а давайте я развернусь, как бы, вокруг собственной оси на 359 градусов, вот так вот, и этот, убью другого кабана. Не, ну, хотя, наверное, как бы юниты в Варкрафте не тупили, но, наверное, они этот, в правильную сторону вращаются. Блин, уже одного чувака мне убили, я даже не знаю. Ну, мне все еще кажется, что я правильно сделал бравлеров. Ох, походу ГГ. Походу ГГ, да. Ого, жесть какая, алло. Да. И хоть у меня бравлеры, хоть у меня вот эти блокбастеры, нифига. Ну, у меня не было дальнего, нормально, вообще дальнего не было. Без дальника, ну, у гладиатора 1300 валуе, надо сказать, в его оправдании, могу сказать. Ну, у Сигдача 6-1, и он не отбился, смысл вообще? Ну, у меня ближники были, волну нужно как-то дальниками убивать, или сильным юнитом, который быстро убивают. Бильжабуля, мы не будем такими токсичными, мы не скажем, какие у тебя грейды и сколько ты протек. Да. Да, ты всего лишь тонко намекнул, что он слабый. У нас что, чисто на демасике все держится? Спасибо. Тебя отбил, ты таком не держится ничего. За которых ты в прошлый раз РМКшнул. Да, красавчик. Да не, я хотел побольше этих фантомов построить. Типа, я никогда раньше не играл особо фантомами, но подумал, что типа, ну надо сыграть. А что, раз сыграть, то построить побольше заготовок. Мне кажется, мы слили. Что, может, от РМК попасть? Да не, в смысле, играем, что, нормально? Кто-то из нас первым сольёт. Видимо, мы. Да грейдите короля, алло, у всех дофига грейдов. Кроме Сигдача. Да мы грейдим. Ты думаешь, мы не грейдим? Ну вот у нас как будто только я грейжу, я не знаю. Не, вы-то отобьётесь, а мы нет. А, а короля грейдить, не? Круто. Так у вас король не загрейжен нифига. ХП грейдите вначале. У нас 18-я регенерация. Ого, зачем? Надо вначале грейдить, мне кажется, ХП для того, чтобы хил работал. А у нас он не дохилился, как бы, даже. Да, и мы переживали с ним, что он вообще не встретит даже словом ХП, да. То есть мы прокачали бы ХП, а он раненый. Димасику очень долго держал. Нормальная регенерация. Работает. Это они просто еще не окружили, как бы. Не, регенерация это хороший грейд, да. Не, просто ты. Нам очень срочно нужно ваншоты, да. Забавно, к нашему королю они подошли в итоге медленнее, чем к вашему. У нас их слишком много. Это, кстати, реально. А у нас всего-то на десятку было больше. Их просто, видимо, крипы поубивали, да, там? Так, атаку больше не качаем. Уже можно реген начать качать. Нам еще пару грейдов надо. Или что, или сделать так, чтобы с одного удара убивать. У вас много дерева в нашей команде? Ну, наверное, меня не сейчас надо. Ну, последний грейд на атаку, ребят. Последний грейд, и мы все, мы ваншотаем. Рассказывает нам, у нас плохо загрейженный король. Мы шотаем этого, а вы не шотаете кабана. Ну, вы у нас ХП много. Ну, там один грейд еще. Давайте первый все, гладиатор. ХП, гладиатор, реген, ты реген, первый реген. Хиляешь. Гладиатор, первый хиляй. Ну, какая атака, говорю, же реген. Атаку доделываем, ребят. Я хиляю. Ты хиляешь, да, песок? Я хиляю в нашей команде. Окей. Давайте тогда ХП быстро еще прокачаем немного. Блин, ну еще атаку раз в 4 надо. Не, не успеваем. О, гладиатор заюзал Holy Light просто на последнем этом. Даже точно так же, да. Так, все, атаку больше не надо, ребят, качаем реген. Ой, молодец, хорошо контролишь. Спасибо. Кабанов раскайтил просто. У меня тут лабиринт из кабанов, в который проходит Дина издалека.
Вот это я понимаю. А, как один чел написал, ЛТД — это посредственная карта, как и многие другие с лабиринтами. Вообще, логично. Вот о чем он говорил. А вот ты пробовал построить лабиринт в ЛТД? Если нет, то ты не имеешь ничего. Блин, а я нифига грейдов не сделал, у меня 10-4 только и все. А у тебя сколько песок? 10-3. А, ну тогда нормально. У меня 9-2. Я хочу отбиться, как бы, я хочу не проиграть следующую волну. Да, да. У меня такие хитрые планы. Очень... А что такое, а вы еще не отбились, а я уже, этот, так как я фокусил, меня занимала только наша ситуация. Ой, аура подошла, заморозки. Ого, 256 скинкилсов. Так. Ой, блин, у меня хейт пришел. Вот это, блин, поворот. Как раз на волне, когда он не особо нужен. Не строй. Кого убить? Блин, а что делать, ребят? Я с хейтсом не отобью, да? Если с Вадим, это не работает. Ни горелка, ни вроде бы сплэш. Ну, у нас король регенится, конечно. Сплэш должен работать, а вот горелка не работает. Я продал хейтса, блин, я просто плакал. Когда это делал. Реально. Шок-контент, Вадим. Ну, блин, хейтса продать. Ну, хотя сейчас уже седьмая волна. Это первый, грустно, да, это грустно. Если на первой волне ты вынужден хейтса продать, это, конечно, так. Ну, это вообще как? Блин, опять ты дракон что? Как-то... Меня так бесит эта версия. Это какая-то стеночная версия. Постоянно прилетает какой-нибудь воробей или кто-нибудь еще и отвлекает воробей. Вот этого... Этого юнита моего крайнего. Воробей. Да. Именно что. Блин, интересно, сейчас вот горного это... гиганта надо строить? А, надо. Ауры мне хорошие приходят, у меня юнитов мало. О, я изи отбился. Ух, ну я вроде отбился. Блин, а можно как-нибудь их закайтить? Антистак. Блин, я хотел как-то отбиться конечно. В поле. Один в поле не воин. Mm-hmm. Это бластер побежал. Это мой бластер. Один воин, не поле. О, я один отбился, да? Пришла моя очередь. Ну, с гладиатора уж денег не дают, бесплатный. Так тебе врач выпал наконец-то, да? Сколько? Или давно он уже? Тебя вылечат наконец-то, да? 50-60% у вас протечек, алло, а у нас бесплатный. И тебя вылечат. Я понемножку, мы как бы это... Меня вылечат. Вот балансеры чертовы. Что-то у ветеранов овердэмэдж, мне кажется. По 5000 криты там проскакивают. Весь смысл их в этом. Да, работали бы эти криты на боссов. Они же отхиливаются с этого. Опять врыв какой-то. Ну, да, прикольно. Блин, у меня 2500 в ЛЕ, у Димасика 3200. Конечно, нам сказали, конечно, не жестить, блин. Я засылаю эту мелочь, грейдов, а мне... наверное, меньше. Не знаю, не вижу. А мы ауру драконы. Не отправляем, все остальное отправляем. А, табличку, по-моему, таб убрать. А, нет, кнопка И, по умолчанию, по крайней мере. Кнопка И убрать, табличку добавить. Да не, это там... Багулина какая-то с интерфейсом именно. Ага. Не, просто вот у меня, по крайней мере, убрать вот все правые таблички кнопка И. Блин, не хватает! Не хватает на этого пол хлеба, на халфбреда. Улучшенного. Отстой какой. Интересно, а катапульты будут хороши против этой волны или не очень? Нет, катапульты слабые в этой версии. Сейчас вроде бы еще босс побежит, да? Да, в том-то и дело. Блин, я, короче, сейчас протеку. У меня 2800 в Луе. Я не знал, что построить. Можно было, кстати, варденку построить улучшенную, но все... А, мне не хватило бы, я же переинкомил. Ну ладно, сейчас этот... Надеюсь, сейчас будет очень долгая волна. Мне кажется, эту волну сейчас все отобьют просто, и будет весело. Не знаю. Не факт, не знаю. Кстати. Ну, тут... Че там, у тебя проблемы, да? У нас все точно бич. Один не отобьет. А нас тоже. А причем что-то что? В смысле? В смысле? Ладно, у тебя проблемы там стоят.
травлером пофиг. А вот смотри вот на этого умного, который забежал дальше всех и получает просто от семерых, а да мог получать от двоих. Ого, а вы видели эту пассивку собаки у Гейтгварда? Шанс нанести 250 урона и застанет на 3 секунды. На боссов это почти не работает. Ну да, ну блин. А, на боссов даже вот таких боссов типа не работает, да? Вроде да. Ох, ну хоть босса убил, уже могу умирать спокойно. Я вроде тоже убил, не знаю, где он там. Че, ребят, живем. Ну, у меня дальше лайфстил будет, с лайфстилом, наверное, попроще. У меня 10-7, я вот даже не знаю, наверное, перед 7-й лучше ничего не делать пока. Ну, я, кстати, скорее всего, втеку на, там, не знаю, 5 юнитов. Ну, ладно, на 7, ладно, на 10. Я сильно втек, я что-то босс проботил. Я с боссом подрался. Кто там говоришь протечет? Кто говоришь протечет? Я протеку. У него 40% я еле-еле отбился, конечно. Я так протек, что в целом не обидно. Сейчас зато инком начинает, у меня уже 225 инкома. В целом нормас. Я ждал восхищенных возгласов, типа ооо. Всем пофиг, да? Да, всем пофиг, да. У всех, видимо, уже 400 там. Не, не особо, ну. Ну, нам просто пофиг. От всех, да. Да-да-да. В сумме, да. Подмога приехала, давай, мы отобьемся вместе. Мне кажется, вы не отобьетесь. Да, мы не отобьемся, но мы попытаемся. У вас Горелка, говоришь, а, ребят... А тут надо качать этот или нет? Анархии не надо качать, она есть. Вот это вас... в этой версии она одноразовая. Фу. Она не одноразовая, она просто кидаешься пару волн, походу. У вас два босса, если что. Так что следите за двумя боссами. Давайте хпшечки покачаем. Что-то вы быстро отбиваетесь. Поздно. У нас стомп. А, реген максимальный, понял. Я тут сижу, контролю королем, выбираю этих големчиков, нажимаю анархию. Да-да-да, вот с этими выделенными этими, самый короче, полезный. Да. Я тоже так много раз делал, контролил. Блин. Проблема, что у нас стан. Горелка лучше, чем... Ну, горелка лучше, да. Горелка не тратит ману. А стан тут вроде бы не работает на воздух и дальников. Кстати, стан потом лучше, явно. Да фиг знает, особенно... ты замахиваешься, чтобы сделать стан, где-то секунду тратишь, а он работает 2 секунды, а на боссов, наверное, еще и меньше. Вот еще Royal Presence зато там как бы это успеет подгореть. Сатиры, окей. Ну, явно два вампиризма мне надо. Явно. А дерево у Угдрасил здесь нормальный, не? Да, нормально. Ой, надо еще лимит когда-нибудь качать. А какой? Который взрывается, да, хороший? Да. Против босса вообще зашибись. У него вроде бы пирс урон. Ух, ни хрена себе, мы вам там засылаем. Удачи просто. Тоже смогу сказать и вам. У нас просто легион какой-то динозавриков. ЛТД? Ну, наверное. Так, ну что, я подрывное дерево сделал? А, оно и у нее и возвратка, и взрыв. Не, чемпион прям впритык заспавнился. Я не знаю, это хорошо или плохо. Ну, наверное, если хорошо, ты его убиваешь, очень хорошо. Если ты его убиваешь, очень хорошо. Да у меня, если... блин, бравлеры его атакуют и теряют чисто 10%. А, нет, у тебя проблемы, да. У тебя всего лишь один бравлер его бьет с этим. Да, это плохо. Не, получается, если вначале будет босс, это очень круто, в том плане, что этот, ну, пока остальные тупят, они же первые 10 секунд тупят. Это круто, да, это круто. У него еще и ауру у этого босса, в этом босс. Ух, я чудом убил босса. Я, видимо, убил босса, была какая-то анимация. Армор снимает, еще что-то. Меня сгрызли, ребят, давайте качать короля дальше. Бравлеры такие бешеные, они так под лайфстилом регенятся, просто реально монстры какие-то. Сейчас дерево сгрызут. Ну я отбиваюсь. Я не отбиваюсь. Я отбился. Блин, вот бы дерево выжило. Дерево, живи, пожалуйста! 6 хп! Пожалуйста! Эх.
очень жаль. Последние катапульты забрали дерево. Жесть какая. Ну ладно, все равно. Я пропустил 10 сатиров, ребят. У нас никто не отбился. 10 сатиров. Ну вот горелка. Ну опять-таки, у нас офигеть, офигеть, у вас там армия, конечно. Ё-моё. Они задефали сами себя. А мы нубасы. О, сейчас платные юниты придут. Раньше ты бесплатных юнитов строил? Вот нет, платные юниты, я имею в виду, что это, убиваешь за деньги. Нет, сейчас бы анархию, наверное. А, кстати, ну я своего убил. У нас есть где-то противник? Я своего убил. Ну, один прошел, его убивают прямо сейчас. А больше пока не вижу. Ага. У вас король ну, работает больше, чем ваши юниты. А, или убили ну, его. Ну, пол хп нам убили, снял да. Босс этот, да. Это у вас там бежит армия чуть впереди. Блин, мы, походу, теряем третий хил, да? Походу, вы жизнь уже теряете, не третий хил. А не, у нас горелка. Не, мы не умрем, ты чё, горелка. Хотя их так много, конечно. А боссов конечно. Больше нету у вас, да? Нету, нету. Кто хиляет, кто хиляет? Еще бы одного мы точно не пережили. Ниджабуля, Ниджабуля, ты тут? Хиляй. Окей. Я последним буду. Когда там... Катапульт, мы 50 тысяч сейчас скоро. Себе хп сделаем, похилишь. Больше 50 тысяч сделаем, уже 49. Катапульты, катапульты. Подъехали. Катапульты, катапульты начали бить, да. Катапульты, пожалуйста. Кекс просто про геймер. Все, можешь хилять, ладно, будет нормально. Катапульт. Будет 45 тысяч окуп. Еще катапульты, найс. Иди на жизнь. Уже. А за это нам деньги дадут? Дина? Да. Потому что пишут from your king kills. Видимо, там нет. И то, там пишут, мне кажется, от your и типа от enemy. У меня просто 29 монет осталось. Ух, я так не знаю, мне... фениксов ставить. мне деньги были бы кстати. Фениксы или блин, тускары. О, 650. Че лучше, феникс или тускары? Что, пришло вам? Мне 227 пришло, а вам? И нам тоже. А сколько здесь у зомбаря хп? 1360. Интересно, а пуджа сколько? Надо, чтобы тогда юниты строились быстрее, а то, блин, сейчас не успею, будет обидно. 2-8. Да, скорее всего, не успеешь, Вадим. Не знаю, я что-то решил все-таки построить этого варчифа. Блин, а что, не успею я загрейдить? Да не должен успеть. Недостаточно золота, 30. А-а-а, все, минус я. Что, прям все проиграл? Да, да, все, я слил. РМК. Сейчас минус Димасик, скорее всего, еще будет. Нифига себе, ты тут прокачал хпшечки. Блин. Не, ну это очень обидно. Блин, а хотя. Блин, а работяга он как раз и рядом, и его, наверное, бить не будут. Или будут. Наверное, будут, кстати. Так, ребятки. Ого, распил-то пошел! О, я сейчас босса распил. Да, 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 ну у меня же эти. Новый термин, да? Блин, ну я, если бы я варчифа сделал, я бы точно отбился, конечно. Ой, ну сейчас пипец, я в такую гущу врываюсь. Просто грязь, конечно. Варчиф ну, да, вообще да, это... дорогой. О. Это как бы и плюс, и одновременно минус, то, что можешь быстро убить. Вам Вадим, очень нужен команду, Джабуля. Вадим, напиши команду там. Честно говоря, не знаю. Зато загрузился быстро. Молодец, он да. Просто только речь пошла вам очень сильно в Ниджабуле, сразу хоп, повернулся в строй. Так вот или через дефис? Блин, надо качать короля реально, короче, дальше. А, я думал, всегда же дроп просил. Да тут уже, в принципе, без разницы. Я вот так смотрю. Жесть, а что-то, я думал, мы много втекли. Я, походу, отбился, кстати. Ну, у меня все ближники, мне... Только сейчас. Так а чё ты не строишь ранжей-то, алё? Не, я, кстати, не отбился. Они пришли. Или отбился. Вадим, надо грейды на короля делать. Ой. Давайте загрейдим короля, а вместе... Я там всего пара человек выжил. А, у нас примерно, в принципе, одинаковое количество мобов. У нас король зато. У нас я даже один отбился. На двух крипов, ребят, представляете? Если бы я построил этого впереди жирного... Ну, 30 голды не хватило. Если бы я построил жирного трала впереди, то с фортифайр-мором, то я бы отбился бы очень сильно. Такими темпами нам, походу, придется качать этот Dark Presence или Royal, я не знаю.
У нас уже минус 3 хила, блин. Один. Напомните, чемпион. А у нас хилял кто-то? Гладиатор хилял уже? По-моему, хилял, да? Вы хиляли, да. Да-да-да. Следующий я. Димасик, ты второй, да. Так, что, Ctrl 5? Ctrl 2. Так, по боссам, ребят, по боссам кто-нибудь другой следит. По боссам давайте этот, Сигдач, ты тут? Нет, мне тут нет. Боссы есть, ну... Боссы есть, нет? Нет, у нас? Нет, убили всех боссов. Боссы тут впереди появляются. Да. Плохо все. Ну, мне во многих версиях современных, не знаю, сколько это современное, можно станет ренджей даже. В этой, кажется, можно. И они довольно близко стоят. Ну, проверь. Просто в рано еще пока. Еще рано, да. Ну, у нас горелка, она, в принципе, тоже отлично работает. Чуть-чуть не хватает. Не хватает? Постарайся подальше чуть-чуть. А главное, горелка у них достает. Горелка достает, конечно. Да, баланс нафиг. Может, еще раз попробовать топнуть? Наверное, толку нет. Не-не-не-не-не. Там Дина растолкали. Получится. Давай-давай. Поднажмем. Посильнее, да, дари. Ну, может, те, что снизу, а не поближе. Я не знаю, может, не круг, а... Давай, жми. Ой, пипец, вообще, мы чисто королями отбиваемся, все причем. О, Сигдач, нажимай стан. Мне еще нравится, что у нас песок. Эй, Сигдач, что ты контролишь? Одинаковое количество валуя практически. Сигдач, ты контролишь или нет? Да, я контролю. Хорошо. Сигдач стан не нажимает, давайте его кинем. Бей ящерку, у него больше урона. Хотя какая разница, да, ладно. Так ящерка не бьет же, лол. Надо бить с дальней стороны. Блин, Сигдач, право бей. Сигдач, бей справа. Сигдач, справа, чтобы существа дальше ходили. Сигдач, не тупи. Право бей. А, вы еще не ваншотаете. А ваншотать их вообще возможно? Нет, в смысле у нас максимальный грейд. Я все время забываю, что это волна, на которой нельзя ваншотать, да. Это можно, просто горелку надо вкачать. Ну да. Жесть, конечно, вот горелка с такой, со станом такой баланс. Мне где-то в ВК писал чел Сосгейма, там админ какой-то или что, я все ему скажу, все напишу, что у вас горелка. Что я о нем думаю. Да, и о нем, и его горелке. Вот было бы здорово, если бы вы еще хилочек. Всегда как будто специально. А это не я контролю. Гладиатор, ты чё, алё? О, стан специально подпустил Дина, чтобы застанить его. Серьезный оппонент. Чё, у кого сколько грейдов-то? Он перерегенивает. У нас кинские грейды, мы не отбиваем совсем. Мы стараемся хоть как-то это. У меня 10-11. Так что я... Не, то, что мы не отбиваем, то игра же долго идет из-за этого. Так что грейды вдвойне вкуснее. Ну, знаешь, она долго идет, и одновременно с этим... Может, и... Офигеть, 35 минут у меня видео идет. Ну, на 8-й волне. Пипец, это как-то на второй год остаться. Так не, было же РМК там минут 5 минусуем. Да какой 5? Тут грузится мгновенно, как по мне. РМК там сразу было. Миджабуля лагал, еще 5 минут вырезаем. Минут прям уж 5. А, блин, надо ферму грейдить. Ферму, если что. Текс. Да. Вот я все деньги и потратил, блин. Построил некроманта, чуть тускаров, чуть-чуть гарпий. Все, минус все деньги. Ну, некромант должен быть хорош, по идее. Они на самом деле кажутся такими прям дешевыми. Ну, так-то, блин, каждый по сотке практически стоит. Ну, да, но и тускары вот на текущем моменте это уже чисто боссу мешать жить. Ой, точно, я забыл, я Голиафа не сделал. Ой, я дурак. Так, с этого момента мы ведь не посылаем, да? А, сейчас 9-я волна, я опять к боссу готовился. Пожалуйста, зашлите одну тележку в ответ, пожалуйста, я случайно. Почему именно у Shadow Storm с этим проблемы? Я случайно мискликнул. Я думал, что я на грейд дерево нажимаю. Я чё, не знаю, как это делаем Royal Presence впервые? Я бы сказал, игра, думаю, долго не продлится, я бы уже дарк качал. Почему долго не продлится? Много же инкома, много денег. Следующая волна, возможно, последняя будет.
Да. Ну, возможно, у нас но возможно и не будет. Я просто это никогда не качал Royal Presence. А мы что качать будем? Моя команда, ребят. Качайте, да. Не успеем скачать. Ну ладно. Помрем героями, получается. Да. Так вы сейчас-то отобьетесь, нет? Ну, это самая слабая волна в этой карте, мне кажется. Как на ней можно не отбиться? Очень легко. Гладиатор такой, подержите. Вызов принят. Пацаны, я хочу начать косить презент, потому что у меня слишком много этого, ребят. Может этот, может гладиатора отправим на... в Колизей? А, лол, Камикадзе победил в моем вызове, ребят, он протек. Окей. Я уже, да, сказал. Может этот, может самые слабые сейчас ливнут, чтобы игра продолжилась у нас, потому что гладиатор вообще нифига не отобьет. Да, команду как бы. У нас все такие четверо одновременно ливнули, да? Не, ну у вас кто-то один-то точно отбивался. По крайней мере, первые пять волн. Ну кто вот сейчас не отбился? Сейчас кто сейчас не отбился? Я отбивался до РМК. Все. Это считается, да? А, ну, а, о, Миджабуля, он же еще лагать сейчас начнет. Миджабуля, давай. Давайте же. А, Миджабуля же отбился, лол. Нет. Ой, блин. Ну, да. Сейчас да, но это зомби. Я специально к 10 волне готовился. Я всех к 10 волне покупал. А кто протек сейчас? Кумикадзе. Да. Это я протек. А что ты протек? Ну, такое. Так получилось. Ну, я вот не знаю, ну как. Не, ну просто, как думаешь, Сигдач, надо ливать гладиатору или нет? Насколько у нас все плохо? Ну, у нас... Я бы сказал про тебя. Ну, типа, если нету дальников много, то у нас все плохо. Нормальных дальников, которые фокусить могут. Я бы не сказал, что у меня прям плохо туда. Я сейчас пачку мавериков сделаю. Ну, как пачку? Ну, если что, мы дофармим его, крайне. Ты думаешь, что... Ты отобьешься, Сигдач? Я отобьюсь. А, ну тогда хорошо. Возможно. Ну это отбор. Офигеть, гладиатор еще и юнитов посылает. Да-да-да. Если что, нельзя. Блин, что-то у меня так все линии разошлись, они все, как в море корабли. Ой-ой-ой. Не, я отбиваюсь. Не, у меня жопа. Или нет? Я отбил тоже. Или не жопа? Я как-то прям на изи отбился, я уже тэпнулся даже. Что-то волна, видимо, я прям против десятой был подготовлен. Вадим отбил. Я отбил, но просто писец, у меня осталось меньше 500 ВЛЕ у меня осталось, лол. Сразу видно, кто значит в команде. У меня осталось 3 сорки и полумертвый феникс. Ну ты все равно молодец. У тебя полумертвый феникс, это неплохо, у меня реально 500 ВЛЕ осталось. Так, грейдим. Сейчас вот можно все что угодно. Ауры, все что вы хотели. Меня немного бесит то, что Камикадзе имеет больше грейдов, чем я, когда течет. Я догоняю его. Блин, я ни одного босса, наверное, не убью, да? Тут такая конкуренция. Ауры на арену нельзя вызывать тоже, да? Можно, можно, конечно. В смысле, что? Протечем, что ли? Ууу. Как насчет пары големов? Ладно, шучу, у меня нет столько денег. Голем это не аура. Голем это не аура, да, кстати. Не знаю, просто. У него же есть малышин, это аура. Еще скажи, что я не прав. Ты не прав. Малышин это не аура. В каком-то смысле я не прав. Он же горит. Это пассивка называется. Какая аура? Сам себе какая аура? Блин, так что, строить гризли даже, я не знаю. Или... Да не, я, наверное, и так отобьюсь. Я, наверное, лучше сделаю 10-14... Ой, 10-13. Не, 10-14. Я двух фениксов не успел поставить. Так делай грейды, алло. Да буду сейчас делать, да. 10-10, ему больше грейдов не надо, мне кажется. Да почему нет? Сейчас 15.
сделаю нормально. Ой, 10-15. Мы сливаем в этом дело. Нормально. Жесть, такие лаги. Я пока уберу камеру куда-нибудь. О, а тут нормально на троне какая-то, над троном сопля какая-то летает. Вообще, тишь не была. А, вот 700 инкома, охренеть. Что-то развалили, по-моему. Но у нас как-то инком постабильнее, чем у вас, мне кажется. Или, у вас побольше. Нет, у вас даже больше, да. У нас 4000 есть. Гладиаторы, Метабуля, они прям братья. Да, выиграли. Ну, Меджабули 6900, а гладиатор 3900 какие-то братья. 900? Да, как-то гладиатор послабее, чем я думал. Наверное, гладиатору точно стоит ливать. Ну, не в обиду, но как бы... Ну да, он минус 427 очков. У меня минус... У меня как бы плюс 396, а у него минус. Красавчик. Больше, Меджабули еще норм. Но сейчас Меджабули будет лагать, и он будет хуже гладиатора. Его кикнем. Не, мне реально понравилось, как я отбился. Я не помню такого, что у меня было на боссах, что реально 500 в ЛВЕ осталось. 4 Тускара и Гарпия. Фикс. Ну, клокверки. Клокверков я должен завалить, скорее всего. У меня до сих пор замедление не выпало. Это, конечно, раздражает. А кто Инфернала послал? А? У нас. Не-не, я не писал. Кто-то Инфернала отправил. Я ты, могу сказать, кто ты ниже идти так, братик. Там цвет нарисован. Копил всю игру. Не, у Инфернала нет цвета. Есть там цвет. Синий. Где? Цвет. Там синий цвет. Я не видел. Ну, кому придет Инфернал единственный? Кому он придет? Я не знаю. Как? Ну ладно, я босса завалю. О, мне ой, пришел хейт. Нормально. Подошел хорошо, прямо под всех босс, спасибо. Спасибо. Не, боссы в этой версии как-то вообще спавнится очень слабо. Так, все, надо сделать опять-таки 10-15, чтобы больше не думать, типа инкомить, не тратить на это мыслительные ресурсы. Чисто все. Вадим. Давай, если ты камень, ножницы, бумагу у меня переиграешь, ты не будешь качать инком. Чего? Камень, ножницы, бумага, давай сыграем. На счет три просто напишем камень, ножницы или бумага в чат. Если ты проиграешь, ты инком не качаешь. Давай напишем, но я ничего не обещаю. Блин, ну давай. Сейчас, подожди. Три? Ну давай. Подожди, Вадим, грейд закажешь. Подожди. А, да, сейчас, подожди. Вот, давай. Раз, два, три. Да блин. Ничья. Ну, смотри, я обещаю, если я проиграю, я больше грейдов на инком в этой игре заказывать не буду, хорошо? А ты 15 грейд, да, делаешь? Не важно. Давай еще раз, готов? Ну давай, ладно, давай. Раз, два, три. Да мне кажется, мы с тобой альтернативно одаренные в каком-то давай. Плане. Раз, два, три. Блин. Да ладно! Я выиграл! Я очень быстро висал. Назвал камень. Эх, жаль, что я висал камень. Учитывая, что ты написал через 5 секунд после меня... Я не успел посчитать. Мог бы и выиграть-то в целом. Бумга. Как насчет бумаги? Блин, Ancient Apparition-то строить или нет, я даже не знаю. Наверное. Я все время забываю, аура у этих стакается у вертолетиков? Нет. Написано, что не стакается. Так, телескоп. Мне вертолетики не заходили уже 3 игры, наверное. А у меня вертолет не улучшенный до сих пор. Ну да, не стакается, очень жаль. Очень грустно, очень печально, можно поплакать. Не стакаются Вич-доктор и вертолетик, и все, по-моему. Трой не стакается, потому что у него улучшенного не тавры. Айстрой стакается. Да? Вот я построил почти две розочки. Обычный трой не стакается. Обычный трой, потому что у него улучшенного нет ауры. Да. Не стакается, очень жаль. Я подумал, вдруг надо написать креатор, и тогда можно типа сделать 16-й грейд. Креатор? Крематорий? Ну, можно мне на какого-то нормального юнита, пожалуйста? Можно какого-то нормального союзника? Medicine Man! Да! Я дождался. Интересно, а вот эти лесорубы из голема, они имбовые или нет? Или только те имбовые? Ну, у меня они тоже есть, неплохие, с вампиризмом, но...
как же Голиаф регенится и вампирится? Жестко, жестко. Ну, фантомов, наверное, а, поздно строить тысяч. Уже, да? Понятно. Фантомов поздно, да? Ну, от них толку. У них ауры не работают. Так, Бладраш. Это же не аура, Бладраш. Я могу шамана вызывать? Ух ты, а я, походу, эту волну недоотбиваю, что ли? Или отбиваю? Ребят, главное помните, что мы постоянно сливаем на 15-й. То есть какой-нибудь магический урон. Я забыл. Я героя поставил, мне не хватало его построить самого героя. И он мне там стоит, короче, барак. Уже две волны, наверное. Блин, ну Вадим там, конечно, на рассоло вас тащит, реально. Да прям соло. Я думаю, нет. Ну, уже пока 800, нет, наверное, пока 9... нет. Но у меня 966 инкома, но я пока еще... Ну, где-то волн через 5, конечно, 500. Будет. Охренеть. Часто меня Димасик обгоняет по валуе. Ну, Димасик вначале фармил. Понятно. За нами. Я-то втекал вначале. Как же долго... Ну, и по инкому, я так понимаю, отстаю там сильно. Ну, по инкому на 300 отстаешь, да? Ну, получается, мне, блин, чтобы тебя догнать, нужно 5 волн. Ну, хотя я-то, конечно, еще и по... Ну, инком у меня быстрее прирастать будет. Ну, где-то волны за 3,5 только тебя догоню. Я все ближе и ближе к первому месту по счету. Так, я был сам на третьем. Теперь я снова третий, но всего лишь на 4 очка от первого места отстаю. Да, на очки вот туда никогда не смотрел. Важная вещь. Сразу можно понять, кто сливает. Так, надо ферму сделать впрок. Ребят, делайте ферму впрок. Помяните мое слово. Так, а эти... О, а здесь неплохие, что ли, дирижабли? Они быстро атакуют, по крайней мере. А вампир стакается с тележками? Герой? По идее, да. Так. Ого, 263-305. Сич урона. Вот этот поворот. Короче, я дирижабли, что ли, впрок построю? А мне ведь докторы так не пришли, да? Да. Ну вот мне пришли. Я их готовился. Мне пришло, ведь докторы пришли, я поставил 4. Вадим, вот ты сказал построить ферму, а мне не хватило одной фермы, мне надо было построить две. Не, у меня хватало лимита. Хватало лимита, но я построил. Ты сказал построить ферму, а мне после этого 3 голды не хватило на юнит, а? Что за Вадим? Буллинг. Мне тоже, кстати, 3 голды не хватало, но я продал скелетика. А ты вот так хочешь, да? Грязно играем, грязно. Ужас, просто ужас. Ну, сейчас понятно, изи отбиваемся. У меня все настолько хорошо, что два медицинмена, которые у меня в поле стояли, прожили очень долго. Ну, то есть без защиты. Я резко начал окупаться. Просто отбиваюсь без проблем. А мы доделали презенс или нет? Ой, мы, кстати, да, вроде забыли, да, тоже. Доделали. Ну, 20-й волне успеем. Офигеть, так, у вас там мясо. Мы на 15-й, ну, знаешь, постоянно сливаемся. Магия. А кто сейчас протек еще, кроме Митчабуля? Немного грустно. Я протек, что ли? Митчабуля, по-моему, протек. Мне показалось? Чё, Меджабуля не протёк? Меджабуля играет лучше песка, оказывается. Я вообще отстой на игре в ЛТД, поэтому. Я шучу. А песок у тебя сколько было? Я не серьёзно. 9-100. 9-100, нормально. Блин, давай, этот, гладиатор, давай ты ливнёшь, потому что мы не хотим, я не хочу, по крайней мере, на 15-й заканчивать. Короче, на первый раз, не знаю, первый раз за 5 лет я докачиваю 15-й грейд. Поздравьте меня. Гладиатор просто думает наперёд и хочет, чтобы мы слились на 14-й. Ну так. Да-да-да, окей, пингадем. А вот во второй команде надо кому-то ливать, нет? Как у вас там? Всем. Меджапуля отбивается каким-то образом. Откровенно всем. Мы где-то все на одинаковом уровне по силе. Так, теперь я могу просто качать. Вот у нас разница между валуе первым местом и последним местом 2000. Ну знаешь, я инком докачал. Может, стимроллер надо было поставить, а не апац. Ну ладно, пофиг. Фу, так быстро он построится.
Блин, ну, герои же есть. Очень, точно. Да, я только что героя вот начал строить, но, блин, пипец, он долго строится и дорого. Ой, точнее, не долго, а дорого. А еще долго, там потом. Там долго еще потом каждого апать. Ну да, да, да. Не, ну здесь у него скорость постройки ускоренная, как бы. Но все равно низкая. Я не успел до максимума заапать заодно, хотя бы. У меня денег нет, но это, блин, это и дерево жрет, и все вообще пипец. Конечно, жрет, да. Не, смотрите, ребят, если кто-то не чувствует силы отбивать 15-ю прям жестко, если у кого-то мало ВЛЕ и плохие войска против 15. Хотя, мне кажется, мы, скорее всего, отобьем, все будет нормально. Ну, вы, да. Хочу напомнить, что 14-я волна тоже не самая простая. Жесть, это у меня что? Дракон по стеночке ворвался просто в самую гущу один. Просто у меня вся армия, у меня все разделилось на две части. В одной части дракон. Он чувствует себя ассасином. Да он и отсосинил в итоге в той части очень быстро. Ну что, ребят, на всякий случай Royal Presence докачаем или что? Конечно, давай. Давай, прям сейчас докачаем, думаю. Бля, я что, не отобьюсь, понял. Что ли? А, понял. А кто докачать-то успел? Я прозевал. Что-то я, походу, втек, что ли? Ну что, Вадим, ливай. Ждал всю игру этого момента, да? Ну я сейчас Димасика догоню по валуе. Блин, надо еще пару ферм сделать. Ребят, про фермы не забываем. Фермы зло иногда. Я втек. Я тоже втек. Все на Димасике получается. Ну у Димасика этот, да, хорошо, у него хейтик. А, ну там кто-то миллиард катапульт засылает. Да, очень много катапульт. Ребят, шлите сбалансированно, блин, че вы? Ну типа... Катапульты... Хорошо, отказываемся от катапульт, окей. Не-не, можно катапульты, просто чисто катапульты масить не надо. Я уже посмотрел на наш спаун, тут Димасик. Катапульта, баллиста. Я немного не отбился, очень жаль. А, стоп, мы все не отбились. Не, Меджабуля герой, это си. Не, он тоже умирает. Не, ну у вас прикольно, что Меджабуля только сейчас сдохнет, это типа сильно разделит скорость прихода. Так, 58, 59, 60, собаки еще, найс. О, мне медведокторы пришли, мы должны выжить. Лол, король фокусит. Поддержка. Так, не, вот эту штуку нельзя посылать. Я еще не хилял, кстати, на этих сработает стан, и мне кажется, здесь нужен рояль, и надо фокусить ката. Мне кажется, катапульты, да. Баллисты, да. Срочно. Офигеть, катапульт, конечно, тоже, да. Но они уже кончились почти, да? Знал бы ты, сколько мне их пришло. Кстати, станут на этой волне получше, да? Они же все ближники. Ну они-то да, но при этом... А это бонус нет у нас, да? Отбились. На презенс просто маны не хватает, нифига. А мы будем 30 лет стоять тут, по ощущениям. Ну зато икон качать можно, ребят. Не знаю. Жесть, а вы это бьетесь вообще, нет? Ну, у нас есть презенс. Только не рановато? А, не рановато, молодец, хорошо, я знал. Отбиваемся, но хиляться... Баллисты, катапульты. Я так понимаю, последний хил уходит, да? Катапульты бейте. О, у меня тут последнего хила еще. Он еще. Я хиляю. Стоп, сколько там хп? Еще катапульта. 50 тысяч. Пора катапульты, хилять. Катапульты бейте. Катапульта. А, жесть, катапульта, мы еще не отбились. Баллиста. Еще катапульта, еще. Да. Ну, второй раз уже отбиваетесь там. Сколько у вас хилов осталось? У нас это всё. Это плохо. Надо, ребят, все, пока нельзя инкомить уже. Надо прям застраивать. Мы не отбиваемся. Так, у тебя 10-15. Ну я отбил больше всех. Больше всех отбил. Больше я инкомить не буду. У меня прошло 7 мужиков. 7. Откуда остальные 170? А что, у вас скоро презенс будет? Через 10 секунд. Мы, походу, умираем. Блин. Кажа, король, живи! Презенс, давайте, блин. Ну мы в этот раз выполнили задание, не отдались на 15-й. Классно. А вот мы нет. Мы нажали презенс. Команда так. Блин, ну почему мы не можем просто поиграть нормально в ЛТД до 20-й волны, я не понимаю. У меня так все каждый раз шикарно. Все зависит от старта, Вадим. Если кому-то сливает на старте... Шикарно, мы РМКшим.
Когда у других шикарно. У меня было идеально в прошлой катке. У меня был сильнейший билд. Я бы, я не знаю, отбивал бы каждую волну. И ты такой, ой, мышка села. Мы прошло, я ухожу. А у вас кто-то протек на первой волне разве вообще? Да. У нас протекли тоже жестко на первой волне. У нас на первой волне кто-то протек, но там добили мы вроде бы. Ну я его просто, наверное, отбил просто за счет силы. То есть у меня инкомбо апался. У меня, я не помню, сколько у меня было в Луе. 11 тысяч, сколько? 15 тысяч. Ну у меня бы каждую волну бы в среднем бы до 20-й, получается, в среднем бы прибавлялось по 1800 или по 1900 где-то. Шахтеры против пауков новые. Где-то 12 тысяч в Луе. Ну, то есть я бы чисто мясом задавил, мне кажется, даже если бы вообще фигня какая-то приходила, просто плюс 12 тысяч в Луе и отбить. Ладно, всем пока.